Внимание, внимание! Мы рады вас приветствовать на празднике, посвященном открытию спортивной площадки. Праздничное мероприятие позвольте считать открытым. Право поднять флаг в честь открытия спортивной площадки предоставляется победителям летней спартакиады среди школьников Нефедовой Екатерине и Умнову Павлу. На флаг, равняясь, смирно, флаг поднять. Звучит повсюду смех веселый, спешит на праздник детвора. Сегодня у нас день особый, открытие спортивного двора. Много здесь людей трудилось, а теперь настал тот час. Посмотреть, что получилось. Ну-ка, гляньте-ка, ребята, здесь какая-то преграда. Ленточкой закрыта дверь. Как же быть-то нам теперь? Ну, учите, подскажите. Узел крепкий развяжите. Как же быть нам? Что же делать? Надо ленточку повесить! Проходим на спортивную площадку. Главе нашего поселения Миронову Владимиру Михайловичу. Площадка наша, не стесняйтесь, проходите. Добрый день, уважаемые жители нашего поселения. Добрый день, дети. Добрый день, наши гости. Сегодня у нас очень торжественный момент. В нашем селе к нашему 150-летнему юбилею села нам подарили вот такой замечательный подарок. Я хочу выразить сердечную благодарность, во-первых, правительству Самарской области, Министерству спорта Самарской области, администрации района, что они откликнулись на нашу просьбу, и в нашем селе появилась современная, замечательная вот эта площадка. Ну и пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо нашим избирателям, которые пришли на выборы и показали явку 99,75%. 100% результат у нас показало. Алексеевка, проголосовали 100% населения. Новый Колмаюр, 100% населения. Ну и Константиновка чуть-чуть у нас один человек сегодняшний проголосовал. Большое всем спасибо. Вот. Видеть вас как можно чаще на этой площадке. Кто не освоил коньки, зимой осваивайте коньки. Ребята, хоккей, фигурное катание. Ну а девчонки освоят и фигурное катание, а летом приобщаться к мячу. Поэтому всем я вам желаю хорошего настроения, здоровья. И давайте с вами
будем здоровы, как душой, так и телом, потому что только здоровый человек может решать большие, великие, осваивать задачи, которые себе ставят. Поэтому я вас поздравляю сегодня с праздником, с хорошим настроением, занимайтесь физической культурой, ну а ребятам я желаю, чтобы они занимались не только физической культурой, но и были хорошие результаты в спорте. Подрастающему поколению, те, кто будет заканчивать школу и поступать в институты, мы ждем сборную в Самарской области. Ну, а последующее финансирование, я думаю, для некоторых ребят будет большим результатом в сборной Российской Федерации. Поэтому с хорошим вас настроением, с праздником, дорогие сельчане. Спасибо. Администрация района, как и при открытии других площадок, мы дарим небольшие подарки, чтобы эти подарки были использованы. Ну, конечно же, в этой площадке нужны еще и коньки, и, конечно, они в перспективе, я думаю, Владимир Михайлович позаботится об этом. Так, прошу получить подарки, ну, наверное, детей все-таки. Дети, подойдите кто-нибудь, получите мяч. Футбольная команда, подойдите. Ребятишки, подойдите. Футбольный мяч, чтобы продолжали играть в футбол. Волейбольный мяч. Идите тоже, идем сюда. Куда вы спасали? Не наш вообще. Комплект отличных лыж можно на областных соревнованиях участвовать. Подожди. И ботиночки к ним. Еще возьми, ботиночки возьмите. Ребят, подходите. Без ботинок не убежишь. Спасибо большое. Да, самому лучшему. Еще раз поздравляю вас с открытием площадки и всего вам самого доброго. Спасибо. Танцевальная группа «Веснушки» исполнит для вас веселый танец. Посмотри, какие наши зрители. Это наше небо, наша родина. Мы все вместе не позабыли. Сюда. Улыбаемся.